Дональд Трамп впервые после избрания попал в госпиталь. Здоров ли политик и какие секреты о своем образе жизни рассказал врачам? Дмитрий Анопченко знает все подробности. Городок Бефезда в штате Мэриленд в получасе езды от столицы. Длинный кортеж с полицейским сопровождением и десятки журналистов, дежурящих у ворот, в здешний военный госпиталь. Один из самых крупных в стране, Дональд Трамп, и прибыл на обследование. Ничего серьезного, просто плановая проверка, которую каждый американский президент раз в году проходит. Это обследование мало отличается от того, которое здесь, в госпитале, провели бы любому 70-летнему пациенту. И вопросы врачей тоже стандартные. Как спите, на что жалуетесь? Но вот ответы на них дали прессе возможность узнать немало неожиданного об американском президенте. Оказалось, физически Трамп невероятно здоров. Сказал докторам, мол, в последний раз был в больнице еще ребенком в 11 лет, когда ему аппендицит вырезали. И с тех самых пор ни разу ничем не болел. Спит по 5 часов в сутки, не курит и не пьет, предпочитает колу, а питается исключительно фастфудом, считая его самой здоровой на свете пищей. Причем заказывает большие порции. Может за раз съесть пару бигмаков, фишбургер и запить все это шоколадным шейком. Последовал и обязательный в таких случаях вопрос о физической активности, на что Трамп ответил: «Изредка играю в гольф, но оказалось, он ни спортом не занимается, ни зарядку не делает». Он поведал врачам свою теорию, в которую очень серьезно верит. Трамп считает, что в человеке энергии, как в обычной батарейке, определенное количество. Будешь заниматься спортом, потратишь ее раньше времени, будешь расходовать экономно, дольше проживешь. Всех интересовало, будут ли врачи проверять умственные способности президента. Ведь его критики в последнее время только об этом и говорят, мол, что вы хотите, возраст. Дескать, поэтому и странные твиты, и странные поступки. Но в госпитале сообщили, ни психолог, ни тем более психиатр при обследовании задействованы не будут, только терапевт. Им важно исключительно физическое здоровье первого лица. И для своего возраста Трамп в отличной форме. Этой короткой фразой по итогам осмотра и отделался личный врач президента, мол, excellent health, состояние великолепное. Детальный отчет о том, что происходит с Трампом, опубликуют во вторник. Таковы правила. В Штатах, в принципе, не принято вслух говорить о состоянии здоровья. Внешне всегда у всех все окей, но это не касается главы государства. Тем более, когда президенту Америки за 70. Из военного госпиталя в Бефезде, Мэриленд, Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер».